Доброе утро всем любителям голубей и салам алейкум. Приветствую вас. Решил снять небольшой ролик. На днях снял я ролик. Потом вспомнил, надо было там, телефон горизонтально держать. Вот удалил, вот сегодня вот с утра решил снять. Голубей гонял с утра. Птица долинивает. Особо не показывать, ничего интересного. Ну, обязательно сниму как-нибудь в следующий раз лед, игру. Покажу вам. Сейчас они собираются только выходить. Два дня у нас ветра были. Сегодня тоже ветерок есть немножко. Копчики тоже есть. Ну, вроде бы сытые, по-моему, они. Мимо обходят. Сейчас начинает вылазить. Птица у меня шугливая. Любой шорох, шум. У некоторых пеньками голубей в будку загоняет. У меня близко подойдешь, сразу срывается. Не знаю, хорошо это или плохо. Вот там штук 12 голубей там есть на крыше. В основном молодежь. Вот, сорвались несколько штук. Все. Лед пошли. Сейчас. Два краснохвостых, один чернохвост. Вот они. Остальные, да, пескуны. Как можете видеть, птица на крыле. Легкая на подъем. Вот они. Вот. Так, если их не погонять несколько дней, они вот так сами срываются и начинают летать. Ух, что-то дикари лечили. Это мне не нравится, там двое сорвались. Ладно. Этот спорвался чернохвост, дурачится сейчас. Давай, падайте уже. Один-двух чубы, один чубатый. Краснохвостый, чернохвостый тоже чубатый. Опять пошли в лёд. О, уже переворачивается краснохвостый. Вот к зиме будет играть уже. Пока не летают там. А вот. Спустились. А нет, один без чубы и один чубатый. Я метки всем сделал, чтобы когда гоняю, я-то их с рук гоняю, с рук беру, подкидываю. Гонной будки нету у меня, маточника нету, все в одном. Два в одном, короче говоря, приходится ловить, мотается. Ловить и подкидывать голубей.
Сейчас внизу тоже сниму, сейчас пока на паузу. Так, вот, молоденькая тоже самочка будет этого года. Эти здесь еще летают. Вот как у меня здесь все. Самец тоже хорошо летает, двухчевые лапы слабые у него, но летает хорошо. Так, где у меня только 4 пескуна у меня сейчас осенью, оспа покосила много. Так, один вот он, немножко оспа есть, но он уже выжил. Чубы, красавчик. Так, гнезда пустые пока. Так, где еще один у меня пескунчик здесь был, двухчубый. А вот он, с зеленкой на крыле. Вот он, вот он. Это одногнездок того, который я сейчас показывал в гнезде пескуна. Вот это одногнездок. Сейчас я кину на улицу немножко корма, чтобы вышли. Так. О, эта куча здесь сидит, все, которые летали у меня. Давай, давай, выходим, не стесняемся. Сяду пока. Так, горизонтально держишь камеру, неудобно немножко, непривычно. А, кто не сыграет, а, тоже летать хочется. Двухчубый краснохвостый. Один не сыграл. Стесняется на камеру. Видите, какие пугливые они. Пока на паузу. Один приезжал знакомый, немножко отвлекся. Так, эти здесь сидят, эти здесь ходят, бездельники.
тишина была в голове. Вот сейчас начали они ворковать потихоньку, в чувствах проходить. Одна пара яйца дала, до этого тишина была, отдыхали все. Когда не воркуют, тоже неинтересно бывает долго, когда молчат. А так видно, что птица здорова, когда воркует, веселая. Первый признак, короче говоря, что птица здорова. О. У меня время завтрака, поэтому чуть что сразу все туда внутрь. Кормлю только внутри, поэтому... Лучше будет их во время кормления снять. Вот этот двухчубый, который сейчас вышел, вот его я оставил на племя. Правда, задний чуб у него не очень, но в небе он показал себя. Лед, игру хорошую показал, еще долинки. Вот я его оставил. Сейчас ему надо самочку подобрать, желательно желтохвостую. Так. Что здесь? А, вот один шлепнул. Так. Пока на паузу. Когда я их загоню, кормить буду, еще раз сниму. Вот так взяла я. Так, я сниму кормление. Это потом задержано. Так, вот они. Так, вот, загнулась. Кушают. Ну, один там. Вот корм. Ячмень и пшеница. Все. Пискарь тоже вышел. Ну все, как-то вот так. В следующий раз обязательно в небе покажу.